женщина уже с утра занимается, молодец, вышла на улицу и занимается. Доброго мне утра! Утро я решила начать с кофе, банана и сырых перепелиных яиц. Вот такой будет у меня прекрасный завтрак. И кофе я буду запивать стаканом теплой воды. Вот посмотрите, на одном маленьком периметре сколько кафешек. И все сидят, пьют кофе. Все вьетнамцы сидят по утрам, пьют кофе. Прекрасный вид, прекрасный маршрут. Я нашла дорогу, которая срезает несколько километров. Она идет через территорию отеля. Отель называется Далат Пэлас. Сегодня 18 апреля. Во Вьетнаме особенный день. День поминовения королей. И посмотрим, как это будет происходить, если что-то будет происходить. Вот еще одна прекрасная кафешечка. Вьетнамцы сидят. Сегодня у них, наверное, выходные, потому что день поминовения королей. И вот сидят на озере, отдыхают, пьют кофе. Какой красивый фонтан! Посмотрите, все эти фигурки сделаны из растений, из цветов и кустарника. Боже, какая филигранная работа, какое творчество. И платье, вы просто посмотрите на это. Сегодня у меня день воды, водопады и фонтаны. Боже мой, это целая инсталляция джазовой вечеринки. А вот так вот здесь на байке прям продают разных рыбок, черепашек. Человек спит в гамаке. Hello. Начинается сезон дурианов. Пойду узнаю, сколько стоит дуриан. Hello. How much durian? Сейчас мне скажут. Общаемся мы вот так вот. Он мне покажет, сколько это будет стоить на телефоне. Вот так вот он стукает, чтобы понять, что дуриан хороший. How many кило? И вот этот дуриан весит 2,5 килограмма. Итак, по пути на водопад я не устояла все-таки и купила дуриан. Так, судя по всему, этот не очень хороший. Он мне ищет другой. Какие они молодцы, прям выбирают как следует. Good. Этот говорит хороший. Сколько? Этот у нас 200. Мы с ним сговорились на 200 тысяч донгов. Это почти $10, ну где-то так $8. Вот такой вот шикарный дуриан. Он мне сейчас его вскроет, положит в коробочку. И я возьму с собой на водопад этот дурианчик. Он лихо его разделывает, раз-раз-раз. И все у меня будет в коробочке. Ой, как я люблю дурианы. Сегодня на обед я являюсь счастливым обладателем дурианов. Я свернула с основной проезжей дороги и решила пройти улочками, маленькими, узенькими улочками, где живут местные люди вот в таких вот домиках, показать вам и посмотреть самой, как это все выглядит.
Интересно, сколько здесь стоит жилье? Надо будет потом узнать информацию о жилье. Ну, вот и навстречу едет машина. Так, сейчас надо разобраться, в какую сторону мне идти. Я дошла до канала, и теперь мне идти около 900 метров вот в эту сторону, к водопаду. К водопаду. Я восхищалась, что нет мусора в Далате. Ну вот здесь я уже подошла к окраине города, и вот на этом канале есть, конечно, немножко мусора, но все равно не так, как в моей любимой Камбодже. Ну да, не так, как в Камбодже. Что, я иду дальше на водопад, мне осталось совсем немножко дойти. Я и дошла до водопада. Судя по всему, здесь кассы. И взрослый стоит 40 тысяч донгов, детский 20, как я понимаю. Мы вошли на территорию водопада, и первые, кто меня встречает, вот такие вот маленькие веселые щенки. Привет! Эх, в разные стороны разбегаются, немножечко боятся они меня. Эй-эй-эй! Иди сюда, малявочка. Иди сюда, козявочка. Такие вы хорошие, не бойся. Ой, ну беги, 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 беги. Ой-ой, вот ты любопытный. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ух. Впечатляет, да? Зрелище впечатляет. Очень красиво. Я сегодня полдня проведу в этом прекрасном месте. Водопад Камли или Кэмли. Давайте вместе прогуляемся по этой красивой аллее к водопаду, к тому месту, где водопад падает на камни. И вот мой дурянчик. Я сейчас на фоне водопада торжественно буду есть дуриан. Я очень люблю дурианы. Здесь они тоже вкусные. Приятного мне аппетита. Дай мне надо сунуть. А после перекуса очень хорошо сделать вот такое упражнение. Оно способствует пищеварению и не дает расти животу. А так как дуриан не тяжелая пища, я позволила себе насладиться гимнастикой у водопада. И как вы заметили, некоторые элементы того, что я делала, я выкладывала на страницах Ютуба в шортсах. Вы можете найти это с описанием. С водопада я возвращалась уже вечером, после заката солнца. Вечерний Далат обладает особым очарованием, особенно центральная часть его, озеро,
отражающиеся в воде огни. Меня эта картина очень завораживает и впечатляет. Надеюсь, что вас тоже. Вообще, конечно, Далат очень романтичный город. Недаром он считается городом влюбленных. А придя в отель, я попала на вечеринку. Yes. Thank you. Sit. Вот так вот мы коротаем вечера в Red House в отеле. Сказали, что это пицца, Далат пицца с рыбой. Я попробую кусочек. Говорят, очень вкусно. Where are you from? Россия. Russia. What is your name? Маргарита. Маргарита. Мари. Мари? Nice to meet you. Nice to meet you. Jasmine. Nice to meet you. Maxim. We are from the Philippines. Nice. I never been in Philippines. You should see. You should go there yes. one time. I hope. Yeah. I hope. Sure. Вот так вот мы проводим время, проводим вечера в отеле. Вообще, я в шоке. Такие приятные люди везде. Ребята из Филиппин. У них сегодня последняя ночь в Далате. И завтра они уже едут в Муйне, а потом в Камбоджу. Они работают в Камбодже.